Так, что у нас тут? Еще пещерка. Пещерка. Пещера голодный вакуум. Окей. Еще мамонты. С кем вы долбитесь-то? А нафиг мы нужны? Пойдем в пещеру. Ой, я что-то ничего не видно. Так, в этой пещере что у нас есть? Оскольный рисунок, только дальше, как обычно. Только не вижу ни одного, ни второго. Ага. Ну, я, мне кажется, они тут недалеко. Хотя это только может оказаться так. Вот даже тигр тут лазит. Нормально. Так, и чё? Куда и? О, вижу. Тебя, мне кажется, надо отозвать пока. Все, ушел, да? Подожжем. Да, ну и зачем сюда бежал? Если тут делать нечего. А, вот сюда надо было. Так, свернуть сюда. Свернуть сюда. Сюда, сюда, сюда. Сжечь траву. Еще поджечь что-то. О, можно. Так, а это ниже. Палочки возьмем. Так, трава сгорела. Ага, вот на. Так, готово. Рука дальше, теперь рисунок. Рисунок ниже. Ниже. Камень возьмем. Я заблудился. Ага. Ломаем нахрен. Что? Ага, змеюка. Тварина. Сгори, падла. Так. А, ну, скорее всего, так. И пошли ты вниз. Так, а что слетел-то? Эй, показывает, что на этом уровне. А, не ниже, все пойму. Судя по всему, там кто-то есть. Там вода или что? Да, ага, там где-то. Как туда попасть? Иги, понятно, под водой. Наверное. Не, не под водой. Ага, не, все понятно, под водой. Так, я на месте. Только непонятно, как вылезти.
А, вот, вот. Так, ага. Я тут. Во, я на месте. Поджигай. Так, наскальный рисунок заполучили. Ну то поджигать смысла нету. Пещерка пройдена, да? Отлично. Пещера убитого Мафава. Так, это вот она, пещера. Пойдемте в эту пещеру. Что-то тут киса лазит, да? Или уже отлазит на свое? Избежать-то некуда, да? Кошара жареная. Так, что тут в пещере-то? Тут есть наскальный рисунок где-то. Неподалеку. Поджигай. Ой, попал в воду. Так, наскальный рисунок готов. Киса, не мешайся. Чё, жареная кошара? На мясо пойдешь. Так, теперь нужно руку дальше искать. Где она? Где-то там. Чи. Так, ладно. Судя по всему, где-то вот тут, вот тут, вот тут, вон на. О, вообще легкая пещерка. Ну вот, пещерочку еще одну прошли. Да, киса? Чуть тебя морда какая-то в кровище. Неужто жрала своих сородичей? Кошаков. Так, точно пещера-то пройдена? Да, все окей. Ну что ж, пещера Шайню. Что такое? Пойдемте. Так, впереди рука дальше и наскальный рисунок. Это она? Это мигает. Не, не она. Но выше. Угу. Пойдемте залезем. Глину взял, и что? А, еще выше. Или нет?
Непонятно, зачем я сюда залез. Так, подожди. А, сломать. Так, слушайте, показывает на этом уровне рука дальше. А, не, выше. Как нам выше-то попасть? Так, тупик. И это факт. Значит, тут без вариантов. А отсюда я пришел, да? Или нет? Я что-то не помню. Вот она. Так, руку дальше нашли, отлично. Так, теперь нужен рисунок. Рисунок где? 39 выше. 39 шагов всего-то. Так, как туда попасть? Вот что вопрос. Ага, вижу что-то. Под воду. Вот он где-то тут. Надо выбраться. Так, наскальный рисунок. Ага, только опять слетело почему-то. Вон там где-то. Ой, блин, упал. Так, отсюда я приплыл. Вижу, там что-то мигает. Палочки. Если честно, не очевидно, пока как попасть туда. Вижу, он там вход. Тут что такое? Ага. Так. Я, наверное, пути. Вот он. Все, очередная пещера пройдена. Какие мы молодцы. Пещера, морозные пещеры. Пещера, да? Так, я думаю, тут мы с тебя спешимся. Так, возьмем все, что можно взять. У нас, в принципе, все хватает.
костей не хватает. Мяса тоже хватает. Шкур хватает. Ну и нормально. Можно отправляться в пещеру. Морозные пещеры. Так. Возьмем все, что плохо лежит. Я упал, да? Ё-моё. А как туда? Чё, мне кажется, надо сюда. Или не надо? Так, давайте сначала посмотрим. А, где-то аж сюда. Ёма. 80 метров туда куда-то. Итак, вон тудык надо. Особенного такого нету. Нет, чуть не упал. Вот я на этом камушке. Так, надо бы туда. Вниз. Глины раздобудем. Чё? Написано крюк. Крюком зацепиться нельзя. Оригинально. Ага, вон там можно залезть, смотрите. А, крюк, значит, выше. Ну, погнали, залезем, давайте. Нет, нельзя залезть. А как тогда? Совсем понятно. Тут чё? Вижу. Так. А, я понял, сюда надо прыгнуть. Давай. Блин. Соскочил. Не, ну может и правильно соскочил. Мало ли. Хотя не уверен. Так, ну, я залез, самое главное. Запрыгал куда надо. Подожжем. Так, ага. Тут прыжки.
Покажем всю свою прыгучесть. Вон туда. Надо не свалиться. Так. Рисунок где-то вон там. Туда попасть с прыжком. Давайте. Подпалим, подсветим нам путь, дорожку. Так, ну и чё? А сюда как? Ага, оказалось легко. Кидалово. А, походу вон ту надо штуку. Хитрецы. Так, значит, вот ты, вот она, да? С тебя зацепиться-то? Может, у меня реально крюка нету? У меня много чего нету, как оказалось то да, крюков не осталось, но все равно не цепляется. Ага, сверху надо с того походу. Возвращаемся наверх. Во. Так, и потом вон на тот. Поднимаемся. Оп. Вон он, рисунок. Так, рисунок взяли. Отлично. Теперь нужно руку дальше. Она выше, аж вон туда, вон куда-то идти. Я думаю, тут просто спустимся. Тикс. Где это мы? Как нам туда попасть? Веревки. Так, ну выше, ну что выше, нужно спуститься. Куда спускаться не видно. Так, вижу воду. Вижу крюк. Туда что ли ходить сказать нам? А пошел я отсюда, да? Так, или наоборот? Нет.
все правильно. Так, мыша показывает. Так, отлично, вон на. Все, мы на месте. Так, пещерка пройдена. Отлично. Что могу сказать еще? Ищем еще пещеры.